Друзья мои, я вас всех приветствую на моем канале. И сегодня я хотела бы вам рассказать об одних весьма актуальных продуктах, о которых я с большим удовольствием хочу вам поведать. Вы знаете, что наша кожа выполняет очень важную функцию защиты от воздействия вредных факторов окружающей среды. И как бы мы с вами наши руки не мыли мылом различным, все равно микроорганизмов вредных на коже рук у нас огромное-огромное количество. И вы знаете, что я этому вопросу уделяю очень большое внимание, и поэтому у меня всегда в арсенале присутствует антисептическая жидкость какая-то обеззараживающая. До недавнего времени я всегда применяла либо мироместин, либо хлоргексидин. И копаясь на просторах интернета, вы знаете, что я дружу вот с этой фирмой Баксдрав, я пользуюсь различными, пользовалась заквасками. И я наткнулась, что у них... Я делала, помните, я вам показывала закваску сметаны, закваску йогурта, закваску кефира. Прекрасные продукты. И вот они как раз еще и производят вот такую антисептическую жидкость для рук, пробиотическую. Вы знаете, давайте рассмотрим. Спиртосодержащая жидкость для рук антисептического действия. Итак, смотрите, 70% спирта здесь находится. 70% спирта. Я так думаю, что вот такое наличие, процентное содержание спирта нас пугать не должно. Потому что иначе бы, если бы было меньшее содержание, иначе бы она не выполняла эта жидкость свои бы функции. Обеззараживающие. Вот эта жидкость конкретно с ароматом лаванды и черной смородины. Вторая жидкость у меня с ароматом гибискуса. Ну, если кто-то отдушки какие-то не принимает, то можно заказать и классическую. Вот такая у них еще есть и классическая жидкость для рук, антисептическая, пробиотическая. Я вам хотела еще рассказать вот что. Вот как раз про лизат. Что же такое лизат? Оказывается, это внутриклеточная жидкость полезных бактерий и их метаболиты. Вот эти лизаты остаются на поверхности нашей кожи, И вот как раз эти лизаты питают нашу кожу, восстанавливают их свойства и создают на поверхности кожи отличную среду для размножения нормальной микрофлоры. Если вдруг у кого-то есть какие-то ранки на руках, то вот эти лизаты способствуют заживлению этих ранок. Дальше, кроме этого, содержит эта жидкость глицерин. Я всегда знала, что глицерин оказывает очень хорошее воздействие на нашу кожу. У меня вот в аптеке моей присутствует всегда аптечное средство, вот этот глицерин. Смягчает кожу рук. Отлично. И коль эта жидкость, этот аппарат присутствует в нашей жидкости, то наши руки не будут пересушенные. Вот это тоже очень важный аспект. Дальше. Пантенол. Вы знаете, что пантенол выполняет роль эффективного увлажнения рук. Вот для нас это очень важный аргумент в пользу этой жидкости. Я хочу сказать, что вот этот спирт, 70% спирта, очень быстро испаряется. Вот как только я обработаю руки, буквально 30 секунд, и запаха спирта нету. Присутствует вот такая вот отдушка, вот в данном случае здесь черной смородины, если я этим попользуюсь, лаванды. Значит, самое главное, мне что понравилось, что эта жидкость для рук антисептическая изготовлена по ГОСТу. Для меня это очень важно.
чтобы она была, продукция изготовлена в соответствии с ГОСТом. Вот. Срок годности 3 года. Дата производства апрель 2020 года. И вот ссылочка на сайт Баксдрав. То есть полностью вся информация о производителе. Город Москва, Баксдрав. Значит, ребята, я вам хочу еще пояснить, почему я приоритет сделала именно в пользу этой жидкости. После того, как я стала пользоваться этой жидкостью, у меня действительно кожа рук, ну, наверное, может быть, еще потому, что я в содружестве работаю вот с этим кремом, то есть я попользовалась и всегда пользуюсь потом вот таким кремом для рук пробиотический. Крем, увлажняющий для рук и локтей, который эффективно заживляет, восстанавливает и питает кожу, насыщает витаминами и полезными веществами. Этот крем очень быстро впитывается, не оставляет жирных следов. Кроме этого еще, что немаловажное, замедляет рост кутикулы, сохраняет маникюр на длительное время. Это тоже очень важно. Почему, ребята, мне нравится эта косметика? Да все очень просто. Потому что эта косметика пробиотическая и содержит лизаты. Вот и все. Зная преимущества этих составляющих, можно понять, что эти продукты наши, которые нам нужны для того, чтобы наша кожа рук оставалась чистой и всегда ухоженной. Я за эту продукцию. Чего и вам желаю. Пожалуйста, зайдите на сайт, посмотрите, может быть, вы сделаете выбор свой в пользу этих продуктов. Я вам рассказала, донесла до вас. Ну, а дело выбора – это уже за вами. Будьте здоровы, не болейте и до новых встреч, друзья мои. Всего вам самого-самого доброго.